партизанском районе из-за скопившегося льда вышла из берегов река Мана. Затопленным оказался 2-километровый участок дороги между поселками Мина и Партизанская. Местами уровень воды достигает полуметра. Уже сутки движение здесь закрыто для всех видов транспорта. Выставлены ограждения, предупреждающие знаки. Подъехать к 5 населенным пунктам, а это поселки Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана, можно по дороге через Кускун и Нарву. Инспекторы просят водителей учитывать эту информацию.